Москве в парке «Сокольники» прошел ежегодный праздник мороженого, организованный Союзом мороженщиков России при поддержке правительства Москвы. Ну а с вами церемония официального открытия самого вкусного, самого лакомого праздника. Добрый день, уважаемые друзья! На празднике была масса сюрпризов. Судя по тем краскам, которые мы видим на улицах, которые мы видим на различных морозилках, которые продают мороженое, это самый яркий и красочный праздник. Праздник был веселый, радостный для всей семьи. Лето, мороженое, дети, радость и смех. Детей и взрослых ждали яркие конкурсы и блистательные выступления. Кстати, он проводится теперь уже не только в Москве, а по всей России. Думаю, что минимум 50-60 городов его проводят. Праздник мороженого чудный, уникальный. Я считаю, что это праздник федеральный и международный. Телеканалу «Детский» удалось узнать, какое мороженое больше всего любят россияне. Традиционно в России больше всего любят молочное мороженое. Ну, самое популярное все-таки у нас вафельный стаканчик. Он бьет все рекорды. А в последнее время наиболее популярными становятся, как подрастают в этой линейке, что ли, это эскимо и кону, что называют, да, рожок вафельный. Вот эти наиболее популярные виды. Мороженое качественное, это полноценный продукт, безусловно, который сделан на натуральных продуктах. Замечательное, как бы, дополнение к рациону любого ребенка. Ну и потом, это же счастье. А ребенок, который счастлив, что может быть лучше? Я думаю, что на самом деле нашей отрасли повезло, потому что она может делать и продукт питания, и дарить радость людям. Это был самый радостный праздник, который зарядил всех посетителей хорошим настроением на все лето. Каждая мороженка, каждый кусочек, который мы откусим от мороженки, он дарит нам улыбку. А улыбкой, когда мы делимся с остальными, это приносит радость во весь мир. Чтобы было хорошее настроение, ни о чем не думали о плохом. Не пропусти праздник мороженого в парке «Сокольники» в 2013 году.